Привет! Доброе утро, мальчишечки! Играете? Ой, а что это у нас тут? Лего-бомба взорвалась? А? У нас лего везде и повсюду. Как на заводе. Как на заводе лего, это точно. Одно сплошное лего, вся комната в лего у нас. Вы тут лего-бомбу взорвали или как? Нет. Нет? Что случилось? Просто играете? Ну хорошо. У нас сегодня воскресенье, на улице дождь идет. Сейчас покажу. Ой. Дождь, а я не знаю. Дождь, да, сегодня целое утро. Да, поливаю. Вот Ванькина коллекция кактусов тут. Пополнена. Пополнена. Много кактусов. Уже столько много их. И на улице идет дождик. Вчера еще было жарко, светило солнышко. Тихо. А сегодня уже идет дождь. Да, сынок? Похоже, что идет дождь. Я сейчас поеду на работу. Мам, ты не похоже, что идет дождь. Ну, может, сейчас закончился. Но видишь, асфальт мокрый, лужи. Был дождик. Мальчишечки, я сейчас еду на работу, вы остаетесь за главных. Окей? Да. Хорошо. Приеду и будем, когда вернусь, будем готовить что-то вкусненькое с вами вместе. Да, мам, только Настя, что мы одни тут останемся? Да. Мама, дай мне камеру, да? И знаешь что, мама? Я на всякий случай. Ну, если заберутся бандиты, буду их снимать. Снимать бандитов? А? Бандитов надо ловить, а не снимать. Да, будет. Нет, я... Ваня будет ловить, а Илья снимать, да? Да, Илюша будет снимать, как я их убиваю и ловлю их. Ух ты, какой смелый. Ну, хорошо, значит, мне нечего бояться. Наш дом в надежных руках, да? Да. Хорошо. Все, я тогда пошла собираться на работу. Мы уже позавтракали с мальчишками. Вот. И вернусь. Будем снимать дальше. Всем привет! С вами сегодня охота за бандитами. Мы будем ее делать. Когда у нас будут переменки, мы будем отключаться. И вы будете смотреть вторую серию. Или... У нас она будет одна. Ситники, я пришла домой, мальчишки в бронежилетах. Сказали, что одели бронежилеты и сидят, ждут меня с оружием, да? Где оружие? Ну, когда оно улучшает биение. Да, в бронежилетах защищают дом. Так что, бандиты были-то, а? Нет. Не было, да? Не дошли сегодня. Посмотри, мам, там мы снимали. А, вы видео снимали на камеру, да? Сейчас посмотрим. Хорошо. Только, пожалуйста, эти видео не выставляй. Не выставляй? Готовят обед. Варится картошечка. И сейчас мы будем кушать картошку с селедкой. Да? Я хочу тоже зарезать. Ого, кинжал взял такой, ты шо? Это явно не для картошки. Ванек. Чего? Очень большой нож ты взял. Картошку не пиляют, Ваня, это не дрова. А режут. Хорошо, ладно, давайте готовим скорее обед и будем готовить ужин. Какой-то у нас круговорот еды в природе. Пообедали, приготовили, пообедали, а потом опять приготовили, опять пообедали, уже поужинали. О, картошку режут. Да, я же говорила, что режут, а не пиляют. Видишь как? О, тут приклеилась. Прилипла картошка. 5. Я иду искать. Мы с мальчишками играем в прятки. Итак. Где же эти хрюндели запрятались? Может быть, они здесь? Нету. Может быть, они где-то здесь? Или здесь? Тоже нету. Куда же они спрятались? Ага, я знаю, где они могут быть. Вот здесь. Ку-ку. Нету. Тогда, может быть, вот здесь, где живут носки грязные, тоже нету. Так. Ага.
Это всего лишь рюкзак. И где же? Где же эти хрюндели могли спрятаться? Может быть, тогда вот здесь? Ага! Мам, я тебе помогаю. А что ты сразу выдал? Выдал брата. А что ты выдал брата? Ах ты! Я, ну так что? Мне здесь право выдавать. Нет, так интересно. Я считаю до 5. Не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Так. Может быть, вот здесь они... Ой, тут темно, совсем не видно ничего. А ну-ка, 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 оп! А! Боже мой, я испугалась! Я честно не ожидала, что ты там! Ужас какой! Как я испугалась, Илья! Где же Ваня, где же Ваня? Где же Ваня? Так, боже мой, как... Вот это, слушайте, так же ж можно и это. Ой, чё, это кто тут ползает, рачки? Рачки-корячки, Илья. Илья, я же ищу, не ты. Ты сейчас... Ты сейчас все шторы повырываешь. Подожди, ты думал, ты правда думал, что Ваня поместится в этот ящик? Тихо, 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 Илья, ты сейчас сломаешь все шкафы и двери повырываешь. Так, может быть, Ваня спрятался у нас в туалете? А ну, опа, нету. Ты думаешь, он там же, где и ты сидел? Сидит. Так, ну ладно, я, ты сам себе ищи, я тоже буду искать. Где же Ванечка мой? Где же мой Ванечка может быть? А он может быть? Мальчишки, готовим ужин. Сейчас у нас осень, пора вкуснейших овощей и фруктов. Вот, и мы будем готовить с вами сегодня кабачковые блинчики. Поможете мне? Да. Хорошо. Для начала нам нужно... Да не сырыми есть вы. А готовить надо. Нужно потереть на терку. Нет, ну не вдоль, а поперек. Да не вдоль, говорю. На буряковую терку. Где буряковая терка? Тут? Да. Только вот так. Вот так надо. Да не с той стороны, чудо. А можно вот эти? Нет. Это для чего? Это тоже терка, только получится не то, что нам надо. Вот, на вот эту терку аккуратно, терка очень острая. Вот так, да. Начинай тереть. Все, что потрешь, потом высыпаешь вот сюда, в эту мисочку. Окей? Окей, окей. Вон, ну так быстро. Да, аккуратно пальцы. Не сотри. Можно тебе я попробую? Молодец. Ванёк. Попка. Ты мне достала, попка. Так, ну что там у вас, натерлось уже что-то? Стой. Подожди. Да. О, давай, высыпай сюда. В миску высыпай. Вот так, молодец. Давай, три дальше. Молодцы. Мы сейчас быстренько с вами приготовим ужин. Так, кабачки потерли. Ваня, у нас будут кабачки с мясом. Ваня стер себе немного пальца. Да, Ванек? Да. Ну ничего, ты мужик, все заживет быстро. Однозначно. Есть мясо. Да, кабачки с мясом, блинчики с мясом. Так, бери, разбивай яйцо теперь сюда. Нет! Только нет. Так, а Илья добавит муки. Ну, не, не, сейчас оно будет на столе же. Ты что? Над миской разбивай. Ой.
Прям руками раздавил пальцами. Молодец. Немножко. Так, Илья добавит муки у нас. Ваня, ты решил не только с мясом сделать блинчики, а еще и со скорлупой яичной, да? Да. Сколько? Ну, добавляй так на глаз, чтобы перемешать, чтобы это... Давай, добавляй пока. Да. Так, окей, теперь перемешивай. Надо посолить, я так думаю, да? Да. Давай посолим их. Чтобы было вкуснее, да? Так, перемешивай. Наверное, надо еще одно яйцо добавить, я так думаю. А, да, или добавлять хватит? Буду я. А ну, дай гляну. Хватит тут яйца или нет? Наверное, надо еще одно яичко все-таки. Да, все-таки надо еще одно. Окей. Добавляем еще одно. А и больше нам не хватит. Что ты там жилыскаешь? Кабачок сырой кушаешь? Угу. Так, на-ка, быстренько почисть чесночок теперь. Нам сюда еще нужен чеснок. Бери ножик, ножиком чисти. А, из-за чеснока не плачет? А ты муку, что ли, жуешь? Угу. Вкусно? Угу. Почти как хлеб. Но хлеб же из муки делают. Вот, потому и как хлеб. Окей, так, нам осталось сюда добавить чесночок, и, в принципе, можно будет уже жарить. Это и есть чеснок, да. Мама, а из-за чеснока плачут? Нет. Из-за чеснока целуются. Нет. Нет. А из-за чего плачут? Из-за лука плачут. Но из-за лука. Из-за бед и горя плачут. А из-за чеснока целуются. Вот наедятся чеснока и как давай целоваться. Да, с мамочкой. В носик. Ох, что тут у нас сейчас было, вы бы видели. Только следы остались. Да, ну видео, наверное, это тоже есть. Есть. Что, покажем видео, да? Да. Ну хорошо, тогда смотрите завтра на нашем канале видео наших мучных боев. Давай. Так, ну хорошо, сейчас мы заканчиваем готовить наши кабачковые блинчики. Выдавливаем чеснок вот сюда, в мисочку, мальчики. Да. У нас такая прибор чеснокодавка называется. Давай, дави. Ю-ху. Ну, давай. Сок потек. И молодец. Все? Только сок? Нет, вон там вылазит чесночок. Ваня, дай я. Так, и будем сейчас жарить наши блинчики. Ух, какой сильный ты, смотри. Ух, ничего себе. Стоп, мам, если она не хочет вылазить, то... В другую сторону. Если я сейчас покажу вам, что происходит в начале учебного года. Зошитки зараз вернемо в укладочки. Вони ж були гарні, правда? Буду знімати засади. Давай, ти один зошит, а один зошит. Так, давай, вдягай ось цей зошит. Куча заданий. Куча заданий. Ох, ну и дел мы сегодня наворотили, да, мальчишки? Да. А до блинов так и не дошло. Кабачки натерли, все сделали, а жарить будем уже завтра. Завтра я вам нажарю, вы придете со школы и будете кушать блинчики кабачковые на обед. Да. Которые мы сегодня подготовили тесто, да, мальчишки? Угу. Да. Сейчас мы уже эти самые все книжки доворачивали окончательно, поподписывали все тетрадки, уже очень-очень поздно, и мы будем ложиться спать, да, мальчишки? Да. Да, так что на этом мы на сегодня все. Мы с вами прощаемся и... Если вам понравилось наше видео, жмите пальчик вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Ну что ж, желаем всем отличного настроения, веселых друзей, хороших солнечных дней. Мы вас целуем, любим. Пока-пока! Пока!